Мудрец сказал: «Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто». Поэтому о самой большой ценности стоит по-настоящему заботиться. Оздоровлением организма можно заниматься с удовольствием, если заручиться поддержкой профессионалов высокого класса, на помощь которым, в свою очередь, приходит современное оборудование. Именно с этой целью в водно-оздоровительном комплексе «Термы» была создана клиника Detox Spa. В преддверии сезона аллергии главный врач клиники делится наработками, созданными для успешного решения этой проблемы. Мы лечим не симптомы, мы подходим всегда комплексно в понимании первой причины возникающих изменений. И только воздействуя на первую причину, мы имеем возможность решить проблему однократно или на длительный промежуток времени. То есть это называется изучить патогенез проблемы или заболевания. Вот. И влияя на механизмы возникновения изменений в организме, то есть решить тогда как таковой вопрос по здоровью или ухудшению самочувствия на длительный промежуток времени. Специалисты клиники, объединив знания и опыт, разработали ряд уникальных программ, обеспечивающих комплексный подход, призванные очистить и оздоровить организм пациента. Все начинается с диеты. Есть программы, которые основаны на компоновке продуктов растительных и сложных углеводов. Есть отдельно программы, которые используются только соки, детокс-соки. То есть они компонуются по энергетическим потребностям организма. Они опять-таки индивидуально подбираются. Есть направление питания, которое полностью основано только на жидких приемах пищи. Соответственно, и время пребывания в клинике варьируется. Будет это трехдневный экспресс-курс или более пролонгированные программы, рассчитанные на 5, 7, 14, либо 21 день. Вы решите вместе с врачом. В решении любой проблемы. То есть либо это хронические какие-то особенности организма, либо это аллергические проявления, либо это просто синдром хронической усталости. Конечно, это не только диетология, это обязательно процедуры, которые позволяют стенку кишечника восстановить. И это процедура очищающая. То есть это процедуры, которые основаны на очищении толстого кишечника. Они могут быть щадящие, они более могут быть углубленные, как, например, гидроколонотерапия. То есть когда мы позволяем очистить длительный, то есть большой отрезок толстого кишечника. Помимо этого направления, значительная часть токсинов, она оседает под кожей, то есть в лимфосистеме. Вот здесь, конечно, в помощь будут руки массажистов. Они великолепно, проводя правильные техники лимфодренажные, позволяют выводить эти токсины. Помимо рук массажиста, лимфодренаж еще проводится и в виде аппаратных методов. В едином пространстве собраны все уникальные методы для детоксикации организма. Такая программа очищения становится просто необходимой в период активизации аллергических заболеваний. С учетом того, что аллергические компоненты оседают на слизистых дыхательных, верхних дыхательных путей, на слизистых желудочно-кишечного тракта, вот как раз таки проницаемость стеночки, то есть не контагенность с аллергенными факторами, и дает возможность в дополнительном резерве в борьбе с аллергическими проявлениями. Грамотная реализация программы детоксикации организма позволяет достичь высокого терапевтического эффекта при лечении и обновить внутреннюю среду организма, тем самым запуская процессы самоздоровления, предотвращая возникновение серьезных заболеваний.